И мы очень рады, что вот такой добрый, хороший праздник, сегодня праздник соревнования происходит в Одессе. И вот это была наша первая площадка, построенная за деньги общественного бюджета. Мы планируем в скором будущем, у нас появится еще одна площадка, красивая, современная, и мы скоро порадуем всех любителей животных еще одним таким благоустроенным, хорошим местом, красивым местом. И здесь будем доводить порядок, приводить к тем мировым стандартам, по которым созданы и создаются такие, строятся такие площадки.